все. Вот и все. Короче, давай подожди заодно. Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои дорогие зрители, друзья. Ну что, можете меня поздравить, ну и нас тоже поздравить. Я наконец-то приобрела телефон, и это Apple 11. Первое, что я ощутила, это, конечно, что телефон чужой. Он долго у меня лежал, я к нему не подходила. Мне было все как-то непривычно. Но, наконец-то, я взяла его в руки и думаю, надо изучать. И я тот человек, который пользуется телефоном, пока он уже там не ломается, пока он не выходит из строя, я никогда не гонюсь за новыми. Вот выпустился какой-то новый флагман, и тут же я должна его приобрести. Нет. У меня в моем Huawei батарея не держала вообще. То есть только на подсосе, на подзарядке была батарея всегда. И, конечно же, качество видео оставляло желать лучшего. Я это понимала прекрасно. И, знаете, я настолько вам благодарна, что вы на протяжении этого времени... Ну, никто не пожаловался на качество видео, да? Вот я бы поняла этого человека. И мне вот... Тысячи в миллион раз хотелось вам снимать видео, как никогда, честно вам хочу сказать, потому что, ну, такой благодарный мой зритель, что от души, вот просто от души я вас благодарю. Так вот, Apple и Android, да, они абсолютно разные. На андроиде мне было все понятно, понятно, что я на нем сидела, да, но Apple я побаивалась. Мне он казался таким, знаете, более мустанг, что ли, среди телефонов. Ну, или Porsche, такой вот какой-то, да, вот какой-то такой Apple телефон, мне казалось, боже мой. Дочь у меня уже давно сидит на Apple'ах, и у меня есть подруга, которая одна и вторая тоже на этих Apple'ах. Ну, а я по Huawei была. И очень-очень-очень долго. Пока они не поругались с компанией Apple, в общем, они перестали устанавливать там Google, Instagram, вот эти вот все платформы, которыми я пользуюсь. Это доставляло бы очень большие неудобства. Ну и дочь мне говорит, мам, давай ты все-таки обратишь внимание на Apple. Я думала про Samsung, мне смотрела Samsung, ходила, то есть я как-то присматривалась. Очень тяжело после того, когда ты все время берешь один телефон и переходить на какой-то другой, абсолютно его не знаешь. И да, тут случилось то, что случилось у нас в мире, цены скакнули, и я потом посмотрела, что Apple и так выросли в цене, что я думаю, наверное, все-таки я не буду его брать. Но душа лежала уже к этим телефонам. Я понимаю, что мне хочется, я сравниваю картинку, мне хочется Apple, я смотрю на телефон дочери, мне хочется Apple, я спрашиваю знакомых, коллег по работе, потому что у меня есть... Тоже они все на Apple'ах. И они говорят, что, Марин, если ты только пересаживаешься на этот телефон, то потом другой телефон тебе будет очень тяжело использовать. Хотя я смотрела обзоры, обзорщики говорили, что мы скучаем по андроидам. Периодически они переходят, но это обзорщики, да, у них всегда очень много телефонов, они меняют их часто, что не делаю я. И потом, конечно, я еще смотрела, думала про 12 Pro телефон, но в итоге цена все-таки, ну, сказалась, что ли, на моем выборе. Я не могу отдать пока такие деньги за телефон. Поэтому, как Александр Поленко говорил, мы выбираем то, что нам доступно. И я выбрала Apple 11 в беленьком таком корпусе. Хотя о золотом все равно еще мечтаю. Мне так хотелось золотой 12-й, ну ладно. Я думаю, что это будет уже в будущем, потому что мне понравился этот телефон. Я его брала в руки, смотрела, изучала, что там и как там. Очень хорошая программа для монтажа видео тоже мне нравится. И да, он очень плавный, этот телефон, да. И
само освещение мягкое, такое, знаете, вот когда ты слушаешь радио Монте-Карло или радио Кафе, и ты понимаешь, что вот это та же категория, да, вот Apple. Не зря Стив Джобс, создав их, покорил весь мир этими телефонами. Не зря, конечно. Вот. И эмоджи наконец-то ко мне вернулись. Я очень рада, потому что иногда хочется мне вам поставить какой-то смайлик, какую-то благодарность какую-то выразить. Но в моем телефоне старом этого не было. И я, конечно же, не могла даже с маликом посмеяться, да, мне надо написать было ха-ха-ха, или, например, благодарю, или какой-то еще там. Ну, все-таки сейчас в языке интернет это очень актуально, ты понимаешь человека эмоции, да. Так вот, друзья, я надеюсь, что вам картинка нравится, что вы сейчас уже не будете страдать от этого моего изображение. И, конечно же, я сейчас буду вам также стараться снимать хорошее видео. И вот еще раз я хочу вас поблагодарить за то, что вы со мной. И мне очень-очень приятно осознавать и знать вас по никам, что никогда не перестаешь благодарить, и всегда есть для этого повод. Я вас люблю. И в новый путь с новым телефоном.